Чем, как не звонкой песни, привлечь горожан в выходной день, и кибастузские исполнители специально подбирали заводной репертуар в честь открытия нового рынка. Честь перерезать голубую ленту и официально дать старт работе новой торговой площади дал директор предприятия. Над названием долго предприниматель не думал. Если все для людей, значит рынок народный. Удобный адрес энергетиков 51Б, продуманная инфраструктура и незавышенная сумма за места. Изначально приобретались эти места именно для открытия рынка. И открытие рынка не просто рынка, а отвечающий всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Ну и, как сказать, чтобы было эстетически красиво, и людям было приятно и прийти хотя бы даже просто посетить, уже не говоря о том, чтобы что-то купить домой. Первоочередная цель владельца – снижение рыночной цены на самые популярные продукты – мясо, колбаса, молоко, крупы и так далее. Не забыли и о дачников. Свои овощи, ягоды и фрукты огородники смогут продавать здесь с учетом символической стоимости за место. Также есть возможности продажи с автомобиля, но не крупнее «Газели». Станет ли рынок популярным среди кибастузцев, покажет время.